Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы продолжаем искать новых монстров из Doors. Здесь вышло новое обновление и добавили новые скинчики. Смотрите, здесь бегают уже ребята, которые нашли их. Спонсор видео RBX Camp, лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. С курсом за 1 рубль почти 3 робокса. Также не забывайте кликать сюда, чтобы вступить в группу ВК и в сервер Дискорда, где проходят постоянно мини-розыгрыши робоксов. Главное, не попадись к мошенникам и проверяй, как пишется rbx.camp. А лучше просто кликай по моей ссылочке в описании. Ну а мы с вами только начинаем их искать. И погнали же найдем. Найдем целую кучу крутых скинчиков. И смотрите, здесь у нас добавили 10 вроде бы, да? Но помимо всего этого у нас есть и новая локация. Вроде бы как должны были добавить. Я не знаю, сейчас будем это выяснять. А я еще думаю, что не только в новой локации добавили скинчики, но и в этой же тоже добавили их. Поэтому надо внимательно здесь все посмотреть, поискать. Мало ли мы что-нибудь с вами пропустим. Например, ты всегда забываешь поставить лайк. Но если не забываешь, то ты красавчик. Если забываешь, то поставь прямо сейчас. И еще не забудь подписаться на канал. А я... Так, вот это что это такое? О, смотри! Читерский сик, хакер сик я нашел. Вот это да, первый скинчик у меня уже найден. Давай мы его возьмем. О, вот это реально читер. Круто, первый скинчик у меня уже есть. И это читерский скинчик, вот он такой. Прикольно, ну давай мы его сбросим, чтобы он нам не мешал искать другие. И вот здесь, кстати, тоже шейд. А, шейд я уже этот находил. Здесь, кстати, кто-то что-то прыгал. И да, здесь смотри. О, королевская фигура у нас здесь есть. Вот она, смотри. Опа! Вау, реально, смотри, с короной. Круто, круто, вот. Вот такой у нас есть скинчик. Это мы вроде бы собирали, да? И там наверху, мне показалось, или там что-то было наверху. Ну-ка, так, посмотрим. Не, вроде там ничего нет, тогда идем дальше. Идем дальше, а по коридору будем выискивать здесь. Смотри, я тут что-то вижу, лежит. А, это я, видимо, уже собирал. Здесь что у нас? Здесь тоже вроде бы все собирал. Галстучек здесь, дальше погнали. Посмотрим, может быть, еще что-то здесь добавилось. Может, на этой люстре что-то есть? Нет, на этой люстре тоже ничего нет. Так что идем вот сюда. Здесь посмотрим. Здесь вроде бы у нас ничего новенького нет. Хорошо, идем дальше. Пробегаем, пробегаем и смотрим здесь. Вот тут вот у нас на елочке мы это собирали. Дальше идем. Здесь у нас глич эффект вот это собирали. И посмотрим за диванчиками. Здесь у нас здесь ничего вроде бы, да? А вот за этим диванчиком или на диванчике вроде бы тоже все мы посмотрели. Идем теперь вот в эту сторону. Так, ты здесь что собираешь? Здесь я вроде бы тоже все собирал. Отлично, идем дальше. Так, стоп, вот это что это такое? Так, о, Zap Search. Вот у нас такой есть. И вот он. Ну-ка, смотрим. О, вот, смотри. Прикольно, слушай, он когда двигается, у него вот такой этот эффект. Смотри, у него, видишь, такие щупальца торчат, а когда он двигается, у него они все в одну собираются. Круто. А чё, я прям в самое начало почему-то телепортировался, да? Смотри, реально, я взял его и телепортировался в самое начало. Это как? Подожди, я вообще правильно пришел или неправильно? Ну-ка, телепорт и смотрим. Вот у нас есть новая локация. Подожди, а как? Куда? Я же вроде бы бежал. Бежал, 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 бежал. И мне надо вон туда. Я реально, кажется, в самое начало телепортировался. Это очень-очень странно. Почему я трансформировался и попал в самое начало? Я даже до конца здесь не добежал. Хорошо, давай будем добегать. Теперь мы бежим, бежим, бежим. Здесь у нас должны были что-то открыть, наверное. О, кстати, вот это что это такое? Так, а это я собирал. Здесь еще у нас был скинчик и... Так, и проходим сюда. А где у нас новая локация открылась? Неужели это не здесь? Так, проверяем, проверяем. Вот у нас еще что-то здесь лежит.
Не помню, чтобы собирал. О, байтс. Вот у нас есть байтс. Мы взяли байтса. И дальше теперь давай попробуем. Так, здесь что это у нас такое? Нет, показалось. Я думал, так, это что это такое? Это я собирал. У нас здесь щупальца тоже, это я собирал. И все, да, здесь у нас больше нет. Ну давай посмотрим, что у нас здесь. Вот телепорт, вот. Есть, о, вот. У нас есть новая локация открылась. Отлично, работает только через телепорт. О, смотри, грид. Вот у нас такая штука есть. И проверим, давай, где у нас этот грид. Грид. Это у нас, вот он, вот здесь. Давай, опа, возьмем его. И, во, вот так вот. К стене подойдешь, как будто из стены торчит, смотри. Ха, круто. И мы еще вот этого находили. Байтс, вот. О, вот такой, смотри. Зубы торчат. Хорошо, давай сбрасываем и погнали смотреть, что еще мы здесь с вами пропустили. Вот здесь у нас целая куча книжек. Здесь, может быть, в шкафчике или еще где-нибудь. Может быть, что-то у нас запряталось. Или здесь... Ну, слушай, здесь много-много-много книг, и здесь может что-то быть спрятано на полочках. Я думаю, запросто здесь могли что-нибудь запрятать. Вот, например, вот здесь чуть такое торчит. А, это у нас тоже лампочки какие-то прозрачные. Целая куча мусора здесь валяется, и кажется, здесь что-то было. Или мне опять показалось? Видимо, опять показалось. Я думал, здесь я что-то нашел. Ну вот, я нашел, кстати, смотри. Токсичный глич. О, ну-ка, токсик глич. Это вот этот. Ну-ка, проверяем, что это такое. О, вау. Хо-хо, ничего себе. Вот это у нас какой-то странный монстр оказался здесь. И вот еще я нашел, смотри, сходу. И еще нашел один скинчик. Но я его взять не могу, надо ресет сделать. Ресет и собираем. Вот так вот. О, Депов, не знаю, как читается. Давай посмотрим, вот он у нас, оба. Вот такой вот, тоже у нас типа скример, который появляется. О, и здесь у нас, смотри, дождик на улице идет. И туда за окно я посмотреть не могу. Ладно, сбрасываем мы этот скинчик и смотрим еще. Что же здесь у нас есть такое интересное? Интересное, здесь у нас вроде на полках ничего больше нет. Посмотрим здесь, может в шкафах тоже что-то напрятано. Или с этой стороны. Так, у нас здесь есть как какой-то памятник. В нем ничего нет. Еще давай здесь быстренько пройдемся, посмотрим, может мы что-то здесь упустили, пропустили. Надеюсь, мы здесь ничего не пропустили. Идем дальше. Дальше. И здесь у нас, смотри, что у нас здесь что-то подсвечивается. И это подсвечивается Attacking Creed. Вот, Attacking Creed, вот, где он? Вот он. Во. Хоба, вот такой атакующий зуб у нас. Оба, оп. А, пролезть не могу, конечно, никуда. А, давай сбрасываем. О, это чей такой портрет? На кого похож? Напишите в комментариях. Не знаю даже, ну ладно. Пошли вот сюда. Хоп. О, вот так проходим. И у нас здесь уже, типа, следующая дверь должна открыться, да? Ну-ка, а здесь вот это что это такое? Это собирается штучка? Вроде бы нет, не собирается. А тут? Тут у нас вроде бы тоже уже больше ничего нет. Хорошо. Я вроде здесь уже все пробежал, поискал. Здесь какие-то картины. И получается, я здесь... Все нашел, что ли, или что это? Подожди, почему больше нет скинов? Ну-ка, смотрим. Еще 8, о, еще 2. Еще 2, у нас есть рарный вот такой кровавый глаз. И еще кого мы пропустили. И злые глаза у нас где-то должны быть. Вот это что это такое? Вот, кстати, кровавый глаз мы нашли. Он был здесь. Он был здесь. Ну-ка, проверяем. Так, трансформируемся. Во, вот такой глазик у нас появился. Отлично. А глазик у нас есть. И злые глаза надо найти. Где-то у нас есть злые глаза. Но где они? Куда их запрятали? Непонятно. Вроде бы я уже вот посмотрел, да? Здесь вот все мы находили. Но мне кажется, если у нас здесь есть где-то злые глаза, то они, наверное, где-то вот в этом месте находятся. Где-то здесь.
Может быть, так, это подсказки у нас? Тут ничего нет? Кстати, вот это хорошая вещь, которая нам подсвечивает. Потому что мало ли где-то злые глаза здесь вот на полках прячутся, а здесь темно и ничего не видно. А вот с этой подсветочкой это вообще хорошо, на самом деле. Можно посмотреть везде. Так, вот тут вот нет у нас ничего. А здесь ничего нет. Знаете, что будет самое грустное, если злые глаза вообще не в этой локации находятся, а в первой. И мы их не увидели. Не увидели, получается. Так, давай сюда, может быть, повыше попробуем запрыгнуть. Может, знаешь, вот сюда? Нет, здесь тоже у нас ничего такого нет. Не вижу. Куда же запрятались злые глазки? Злые глазки. Что-то у меня есть такое впечатление, что они реально, похоже, находятся в той, в первой локации. И их надо искать именно там. Ну-ка, заходим сюда. Последнее место, вроде бы, где мы не смотрели. Ну да, мне кажется, надо искать это в первой локации. Сейчас еще внимательно здесь быстренько посмотрим. И я не вижу здесь. Так, может, есть подсказка какая-то? Может быть, есть какая-то подсказка. Вот, злые глаза. Нет, подсказки никакой нет, но тогда телепортируемся. Давай телепортируемся обратно, вот сюда, в первую локацию, и будем уже искать где-нибудь здесь. По-любому здесь где-то запрятали. Где же их могли оставить? Вот это, кстати, крутые тоже скинчики вообще, но они донатные. Донатные скинчики. Лучше бы их куда-нибудь поставили, где их можно здесь отыскать. И получше бы спрятали, чтобы мы их получше отыскали. Итак, проверяем, проверяем, бегаем, ищем. И ничего не найдем пока что. Где же это нам надо все отыскать? Куда они запрятали злые глазки? Злые глазки, может, где-то здесь? Так, подожди. Нет, это я находил уже. Дальше пробегаем, смотрим, смотрим, смотрим. Неужели их здесь тоже нет? Либо я просто невнимательно смотрю. Куда их смогли спрятать? Куда же, куда? Может, где-то здесь находится? Так, нет, не здесь, наверное, да? Да, походу не здесь. Походу не здесь. Ах, подожди, это же я все пробежал уже. Тогда куда их... Куда спрятали злые глазки? О, паук, здравствуйте. Паучки из ящичков, которые выпрыгивают. Где-то, наверное, вот в этом коридоре, может, они валяются. Где-то здесь. Так, ну а смотри, я уже вот так вот. Так, может, вот тут вот? Нет, тоже не здесь. Куда тогда спрятали? Куда же куда? Надо, наверное, прям вообще внимательно каждый сантиметр изучать. Может, вот тут? Так, вот здесь вы что ищете? Нет, это я находил. Это я находил. Тогда, может, вот в этом коридоре что-то валяется? Наверное, да. Вон там, где перевернутый диван. Нет? Нет, кажется, вот здесь вот. Нет? Нет, да, тоже не здесь. Ну я уже все пробежал. Тогда, может быть, здесь, в самом начале, где-то вот тут вот. Вот у этой... О! Да, стоп! Стоп! Ну-ка! Да! Вот они, злые глазки! Во! Все, так трансформируемся. Вот у нас есть злые глазки. Они были в самом начале, оказывается. А я их и не нашел. Не нашел. Но зато я нашел теперь всех... остальных. Отлично, ребята, все новые скинчики найдены. Надеюсь, видео тебе понравилось. Ты поставил лайк, подписался на канал. На этом у меня пока все. Не болей, не скучай. Пока-пока.